Господа, оглашение завещания вызвано непременным условием, которое поставил перед нами покойный мистер Топорков. Что он за человек? Бывший вор в законе, 20 лет лагерей. В течение 10 лет со дня его смерти наследные стороны не должны совершать в отношении друг друга актов насилия, убийства, ограбления и другие противоправные действия, если не считать по два несчастных случая с каждой стороны. Кейптаун – это главное чудо Земли. Рай. Тоже мне рай. Чего так холодно? Зима. Она и в Африке зима. Ваша пьеса в Кейптаунском порту носит автобиографический характер. Да. Вы хотя бы представляете, кого вы играете? Пахана. Он не имеет права воевать за государство. Потому что по понятиям он сука. А ты моего дедушку очень любил? А как можно не любить такого мужчину? Я много зла сделал в жизни. Если есть зло, значит есть и добро. Ты в ангелах веришь? Нет. Тонкая душевная организация. Ты, главное, пасть потуже завяжи ему, чтобы не заболтал. Работаем живо. По-твоему, это ангелы? Да будут ангелы, будут. Пеняй на себя. И в конце этой самой пьесы ваш прототип убивает главаря банды. Я опускаю этот вопрос.